Всем привет! Да ты тупой! Я начинаю. Да, начинай. Guten Tag, liebe Freund. An diesem sonnigen Tag, Илья Верви, immer möchte Ihnen ein paar Neuigkeiten. Erste Nachricht. Ich bin nach Griechenland gehen. Für eine Woche. Кто что-нибудь понял, пальцы вверх, ставьте. Я сказал, что в этот замечательный солнечный день, ребятки, я хотел бы вам с Ильёй поведать несколько новостей. Первая новость заключается в том, что этот руль летает. Пока. Чё ты пишешь? Опять вся, вот опять. And so, new tenant, I would like to tell you about the news, but not of those who said Булкин. Что означает, это новое обращение, я хотел бы вам сказать о новостях, но не о тех, которые сказал Булкин. Короче, тихо. На самом деле, все очень плохо. Вы, скорее всего... Умрёте? Да, так что, скорее всего, я летаю, первый раз лечу на самолёте. Да, он разобьется и будет сериал «Волос» новый сезон. Да, кстати, кто смотрел, палец вверх. Вот, такие вот дела. Кстати, сразу говорю в начале видео, кто это смотрит, просто сейчас берешь, так подписываешься на канал просто быстро. Здесь не подпишешься, найдем. Да, вот именно ты, вот ты сейчас сидишь, ты на ухе, ногу задрал, левую локу. Левую локу? Что такое левую локу? Ну это так вот выражение. Вот, вылетаю в Грецию, буду снимать документальный фильм. Я не знаю, кто его будет монтировать. Потому что я не особо хочу этот. Наркоманию. Да, я знаю, что это будет наркомания, поэтому я заранее не хочу. Я не хочу раскрывать секреты, и ты тоже не раскрывай. Максимум, что я сделаю, заставку. Я какие-то секреты мне не рассказывал. Не надо. Ну, там будет весело. Да, дальше. Болк уезжает на неделю, короче. И всю эту неделю... Должен сюрприз. Я буду заниматься сюрпризом, да. Да. Может ничего не получится, и сюрприза не будет, но это не важно. Ну, вы офигеете. Ну, во-первых, да. Во-вторых, у нас станет много подписчиков, ну, ладно. Короче, и будет, скорее всего, новый проект, потому что Булкина не будет. Да. Возможно, это будет какой-то... короче, если вы хотите проходняк Prototype 2, который только что вышел, чтобы я один в одиночку проходил синглплеер Prototype 2... Да, пока меня не будет. Да. Короче, заходите в ВКонтакт, там будет голосование. Голосуйте. Там группа в описании. Да, и в группу вступайте. Голосуйте. Прав... Если там будет много «да», то я запишу проходняк по этой неделе, пока Булка не будет, я буду проходить Prototype 2. Но не факт, что я дойду до конца. У меня есть такая, ну, короче, привычка. Я могу бросить наполовину и в итоге полностью не пройду. Ну, как с Саней Сровым играли. Вот. Если хотите, я запишу. Если не захотите... Ну, вот. Но это полдела. Главное, сегодня, наверное, вас ждет сюрприз. Еще один. Вечер. Под вечер, да. Так или, что, или, вообще... завтра, или завтра днем. Да, но уже без меня тогда. Нет, с тобой просто выложу-то я. Может, да, поэтому... Не, ну я думаю, Илья не поленится, но у вас сегодня, во-первых, ждет 3 видео. Дело не поленится, дело в том, когда мы можем закончить, ну и ладно. Короче, вот, ну сюрприз реально стоящий. Угу. Для нас это неожиданно, для вас это тем более неожиданно. Короче, ждите сюрприза. Да, это касается, я не хочу. Короче, ладно, теперь про APB я хотел с вами поговорить. Вы, если сидите в группе, если кто-то из вас сидел в группе, то вы увидели там про толстовочки. Короче, в APB я сделал толстовки фанатов нашего канала. Вы можете их посмотреть в группе, они там есть. И примерно каждый день я буду продавать там на аукционе. Вы знаете, там в APB можно в общий район прийти, и там будет аукцион. Там можно на этом аукционе, если ввести мой ник, можно будет найти эти... толстовочки. Ну и вы там в группе поспрашиваете, разберетесь, там несложно. В группе ВКонтакте там все написано. Вот. И у нас с Булкой и со всеми, кто играет в APB, есть свои толстовки фирменные. И там нас легко узнать. Если вы играете в APB, вы там нас легко найдете. У нас Game Advantage. Машина своя у нас. Машина своя у нас, да. Раскрашенная. Да, толстовочки. Там на машине написано группа ВКонтакте. Ну там вы видите фотки ВКонтакте на группе у нас. Вот, так что если вы одеете такие толстовочки, следите за группой, мы там все пишем, и если вы успеете, вы можете такое себе приобрести. Вот. Будете так, любить. И еще нам будет не лишнее, если он нам еще поможет в этом деле. Нам нужно, короче, тоже в группе, короче, наверное. Я не знаю, мы что? Зададим вопрос. Опять? Кто-то.
Ну, лучше в группе. Или просто на стену пишите. Короче, нам нужна помощь от вас в плане того, что нам требуются интересные игры, которые можно в кооперативе больше... Ты уже писал в группе, ну там одни одно и то же напишут. Нету. Нет, втроем. Втроем? Ладно, вот. Кидайте игры для кооператива втроем, где можно на пиратке играть по сети. В студию, в группу пишите, мы там зададим вопрос, там пишите. В комментариях. Все в группе, группа в описании. Еще подписывайтесь на лайв-канал. Да, лайв-канал. Кабулки там... наркоманию свою выкладывают. Как раз там будет прогреваться фильм, наверное. Да, ну, да. Который, может быть, будет, может не будет. Ну, я думаю, я им займусь. Ну да. Поэтому там будет наркоманский монтаж. Красивая заставка, наркоманский монтаж. Ну, в стиле покатушек. Ну, хочешь со мной завтра попрощаться, приезжайте в Пулково. В Пулково? Деревня такая. В 9-10 утра это аэропорт наш питерский. Ой, кстати, да, еще что касается APB. Что-то мы все про APB, прям игра нашего канала. А, я еще в группе там писал, у нас там есть свой клан Game Adventures, и если кто-то хочет, все время вы хотели с нами поиграть, вот я, в принципе, часто захожу в APB, и там есть клан, называется Game Adventures. Вы можете его найти, или пишите свои ники в группу, я туда добавляюсь, там вообще без проблем. Если вы фанат, мы вас добавляем, и там можно уже объединяться в отряды, вместе проходить миссии, вместе побегать, там, кататься, там, ну, что хотите, вот я захожу часто, так что вот. Да. А, что-то еще хотел сказать. То, что вот. А. Деньги, наверное, в кошелек кто будет кидать? Да, кстати, мы хотим пранки. Мы что-то вдохновились пранками, наслушались в интернете всяких пранков и... Потому что у нас сейчас, да, у нас вон даже два выпуска подряд, хоть и маленький. А если вы еще не смотрели, быстро открывайте пранки 9.5, смотрите, ставьте там большие пальцы вверх и подписывайтесь, сука, на канал. У нас 9.5, хоть они 17 минут длятся, но мы решили, что... Ну, это не помню. Лучше, да. Хотя у нас первые выпуски какие-то там были по 20. Как это там было? Так что дождем денег для полноценных 90-х франков. Мы хотим записать их большими и смешными. Да, смешняками. Вот. Насчет новых, наверное, не будет, потому что Булк уезжает. Или будут в ближайшее время. А, или ладно, ТДУ снимем когда-нибудь. Да. Ну, когда Булк вернется. Я, кстати, сам сейчас три раза пересматривал уже, ну ладно. Молодец. Хэппи Вилс у нас не очень удался, по-моему. Да, ну я, может быть, один поснимаю еще на этой неделе. Что-нибудь придумаю. То надо снимать это всего один выпуск. И постараюсь без проблем со звуком. А то... Что касается Race Day на лайв-канале. Который вы обязательно слышали. Он на лайв-канале лежит, ребят. Там первая часть. Но я ее переименую. Лайв-канал в описании. Я ее переименую в пилотную, потому что она ни о чем. Мы будем дорабатывать уже не идеи. Ты что, снимать... ни о чем? Ты мозг слышал? Снимать побольше, как-то нам посоветовали это. Делать. Короче, будет с речью нормальный, короче. Они... Покатушки, я не знаю, может будут одиночные покатушки в августе от меня только. Какие-нибудь там экстремальные, да, где там по каду шашечки. Ну, в общем, потому что уже не мотоцикл, пипец. Ну или он починит, будем вместе. Так, ну все, давай обобщим. Первое. Что было первое? Я улетаю. Первое, Булк улетает на неделю. Да. Второе, сегодня вечером и на неделе вас ждет сюрприз. Третье. Я сниматель, мне прототайп 2 в синглплеере одиночку. Пишите в группе, в комментариях, я задам опрос. Четвертое, игры с кооперативом. С кооперативом тоже создадим в группе, пишите там в комментариях. На троих. В APB, если хотите толстовки и вступить в клан, вся информация в группе в описании. Все? Ну и деньги. А, кидайте деньги на пранки. Да. Да, и подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А, давайте это! Я вспомнил, я, короче, как-то. У нас, когда еще подписчиков мало было, я просил, короче, всех, кто вот это дослушал до конца. Просто всем. Я понимаю, что не все ставят пальцы вверх, вот, а именно вот. Вот сейчас, вот ты именно, вот ты вот слушаешь сейчас, ты возьми, просто нажми пальчик вверх, вот большой, просто ради статистики. Мы хотим набрать просто большое количество. Что ты сказал про статистики? Ну, представь, обращение будет, и там 1000 пальцев вверх. Да, это ж охерен. Да. Ставь большие пальцы вверх, мужик. А то тебя не Федор покарает. Все. Вот квот. А, еще, то, что я нечаянно вспомнил. Дальше на у меня. Сань, ты не слышал об этой идее, но я хочу. Что? Женский контингент, который нас смотрит. Который не смотрит это видео. Кидайте нам в группу сигны.
Нет. Да. Так. Да. Женский контингент. Да. Пишите мне в личку, кто такой. Слышь ты, я тебе сейчас напишу в личку. Мне пишите. Кидайте сигны. Мы создадим фотоальбом в группе. Кидайте туда свои сигны с нами. Мы ждем. За каждую сигну мы на стене вам что-нибудь напишем. Желаем мне приятного удачного отдыха. Да, я официально от всей группы, от всех наших желаю тебе приятного полета. Приятного отдыха. Да, при приятному снятию фильма. Чем я буду всю неделю заниматься, буду ходить с камерой на голове. Ну ладно. То есть он едет туда не отдыхать, а едет туда с GoPro на голове купаться. Она вот непроницаемая, кстати? Че? Она вот непроницаемая? Да, я не знаю, проверим. Ну, проверишь. Там, кстати, рыбы. Меня за ноги кусали. Чего? Там, кстати, рыбы, меня за ноги кусали. Ну, это в Турции было, ну ладно. А там, кстати, медузы есть? Кто был в Греции, напишите. Таких, таких нету в странах. Медуз только у нас на Черном море. Вот. У меня там три моря будут вокруг острова роют. Ну ладно. Ну ладно. Да, ну все, спасибо за просмотр. Большие пальцы вверх. Мы все перечислили. Сигны ждем группу. Всем удачи. Я пошел мыться и ногти сыщу. Да, и ждем Булкина по возвращению через неделю. То есть... Ла-ла-ла, люблю всех. Да, пока.